приехал. Сегодня что, 26 июня на станцию Орленок. Выгрузилось пол электрички, народу, если не больше. Вот, пойду на скальник Витязь. Это мост мечты сбывается. Алха. Течет. Начало тропы. Все почти ушли вперед уже. Выгрузилось-то, конечно, конкретно народу. На остановках места не хватило. Сейчас тут сворот должен быть где-то на верхнюю тропу. Хочу по верхней тропе идти. Потому что по нижней там, как по дороге идешь. Вот там, походу, сворот этот. Вон они, указатели висят все. Там направо, там налево. Короткая тропа, длинная тропа. Вот здесь, короче, указатели такие всякие. Сама схема. ББТшники поставили. Вот там что-то ребятишки пошли по верхней тропе. Все ждут, когда все пройдут, и в итоге на одном месте стоят. Потом начинают потихоньку уже двигаться. Никому не охота толпой идти. Все хотят уединиться. Так вот. И вообще вот сюда почти каждый день, наверное, народу шагает своими вот ротами туристов. Вон уже протоптали такую дорогу. Я даже вот на Байкал, когда ездил, постоянно тут выгружается пол электрички. Настолько популярное это место. Эти скальники, видите, Сидол там и другие, там черепаха, старуха и так далее. Так что вот так вот. А в горы я пошел, потому что как бы ноги потренировать. Что по дороге ходить? По дороге я и в городе могу ходить. О, здесь вот даже лед не растаявший. Вон ледник какой. Вон там. Ручей. Журчит. Вот тут какой курумник. Такие глубины валяются. Здоровенные. Так, там ребятишки шагают, они очень медленно идут. Надо их обогнать. Вот указатель. Спелева старуха. С воротом тропа пошла туда. На Витязь туда надо шагать. Вон какой блин лежит. Угарный. Там-то вообще пласты такие. Вообще. Курумник кругом один. Эта тропа более красивая, чем нижняя. Там нижняя идет вдоль речки. А это вот по лесу. Фигачит. Он какие здоровые вообще. Лежи. О, каменоломня целая.
Вот здесь водички можно набрать. Ручеек такой. Вот уже вышел на дорогу тут, которая идет к Витязю, автомобильная. Ну, к турбазе, Витязь. Сейчас часть по ней будет идти, тропа. Потом опять в лес свернет. Здесь как бы везде указатели, все есть. Промаркировано все. Протоптано, проезжено. Такой чайманский поход выходного дня. Вот она, дорога пошла с этой, с дороги тропинка пошла, короче. Вид какой открывается с горы. Народу вообще тут назад вперед ходит. Смотри, здесь тут красиво. Как будто ямка. Так, давай сюда. Поехали. Это на сам верх скальника, Витязь. Там развилки есть. Одна идет вниз туда, к речке, к Ухе. А это вот я решил сразу идти наверх, чтобы потом, когда чай попью, поем, чтобы не подниматься сюда. А там уже пойду до Идова. Ну, короче, здесь какая высотень. А, люди тусят. На вершине скальни. Высота, конечно, здесь вообще обалденная. Лучше, чем 9-этажный дом. Что-то сегодня скалолазов нет. Обычно скалолазы лазят везде. Здесь-то вообще страхово. Высотень такой. Они его возят. Вот лазят альпинист. Там на вершине народу вообще. О, отсюда точно как это голова такая, нос, стоит такая, грудь такая.
общем, пошел я до Идова. Здесь у нас везде туристы кучкуются пятачками, как я примерно так же пообедаю. Пойду я. Еще время много. Электричка только 7 часов. 18:55 там, наверное. О, высоко. Комендулина такая. А, пойду до Идова. Вот он, Идол. Он даже таблички стоят. Вон. Темно, не видать что-то. Надо забраться на эту штуку. Здесь-то вообще... Колоссальные такие глыбы лежат. Колоссальных размеров. Вот он. Иду. Что там, тропа низ пошла, что ли? Куда ли? Такой здесь вид. Уже дальше Идова пошел по скале, ой, по тропинке скальнику старуха. Здесь вот такие скалюки находятся. Здесь же должен быть где-то скальник черепаха. Старуха-то дальше. Я хочу до черепахи и назад. Назад по пути, может, зайду на сказку. Но не знаю, это не точно. Сейчас посмотрим, что здесь происходит. Вон там какой-то он возвышается. Там, наверное, есть черепаха. Тарантула. Вот такие тут пейзажи. Красивые, завораживающие, но вандалы их портят вот такими надписями. Зачем вот так вот писать на памятниках природы? Какой там 2017 год, 28.08, мой день рождения. Ириша, солнышко, я тебя люблю. Ну, будем знать, что. Здесь интересно, каменная кладка такая. Хм. Удивительно, как природа постаралась так сделать. Вообще. Так-то здесь чистенько все, хоть и народу много ходит, но здесь даже ни бычков не валяется, ни фантиков, следят за тропой.
Молодцы. Хоть и здесь толпами ходят. Ну а с этой стороны бурелом. Листвяк выкорчевал. Трухлявый стал. Думал, кто-то сзади шагает, вода булькает, бутылки. Сейчас туда надо подойти, глянуть, что там происходит. Вот она, короче, черепаха. Тортилла. Назвали вот так. Здесь возле черепахи стоят указатели. Старуха туда. Я до старухи не попрусь. Не хочу туда идти. Там он тоже. Указатель на Ибо. Сейчас я черепаху с другой стороны посмотрю. Здесь уже народу никого нет. Ой, черепашка по имени Наташка. Темно становится. Такой скальничек. Сейчас глянем, что там. На этой бугорке. О, так вот пошел на руку. Видок отсюда, конечно, хороший. О. Увеличить немного. Поляна такая. Ладно, пойду я обратно до мостика. О, пришел по тропе, короче, здесь сказка, урочище. Вон. Люди отдыхают. Вон дом сам. Квадрик. Зимовье такое есть. Старое. Тусуюсь пока здесь, возле избушки, куда вовнутрь-то заходить. Чай пить не хочу, потому что там темно. Здесь посветлее. Здесь, короче, так расположился. На полу, короче. Ну это, что-то дождь-то расходится. Не знаю, перестанет, не перестанет. Скоро надо будет идти уже на эту. На электричку. Часа 2,5 это надо. Сейчас где-то
половина четвертого, 15:30 где-то. Пока чай попью, будет 4 часа. Ну, 4-то 4, 5, 6, 3 часа. Ну так в развалочку можно. Это самое, потихонечку идти. Дождик бы не разошелся. Его как передавали на 3 часа. Так он после 3 и начался дождь. Там возле тех избушек народ стоит, все. На квадриках приехали, не знаю откуда. Бухают, там сидят, короче. Я здесь расположился. Сейчас чай попью, да пойду. Передохну. Здесь особо-то туристы не шарятся. Кроме таких, как я. Такие дела. Дошел до речки уже, тут стояночку такую заснять решил. Но мусора вообще нету. Вообще чистенько все. Такая стояночка. Короче, дождик разогнался в туристов. Что-то вроде утихомирился. Не знаю, надолго ли. Я от этих, от избушек уже пришел. Сейчас к Витязю иду. От Витязя уже пойду по нижней дороге до остановки. То мало ли, вдруг опять пойдет дождик. Вот сама турбаза, Витязь. Палатки здесь ставить сутки стоит 100 рублей. Здесь сейчас прошел, там эти волонтеры ББТ, Большой Байкальской тропы, короче, там эти мостики строят, помосты, мостики. Такие дела. Ну, вообще здесь порадовало то, что здесь чистота. То ли здесь вообще не мусорят, как бы, или здесь убрались так, я не знаю. Ну, здесь вообще, короче, чисто все. Хоть и народу толпами ходят. Здесь пролез, в общем, и с другой стороны вид на Витязь, там 20 лет победы, надпись старая, 20 лет, это вообще в каких годах было, там 65-й год какой-то, 65-й год, это что там? Брежневские времена. А, бог, вчера ехать. Вчера жара стояла под 30-ку. Я на даче был. Надо было сюда тащиться. Сегодня пасмурно. Хотя по жаре тоже как-то ходить стремновато, конечно. Так, ладно, пойдем посмотрим, что здесь. Ну, здесь стояночек вообще куча. Причем чистенькие такие стояночки. Ну, здесь только одни бумаги. Бумаги-то понятно. Чтоб таких там
пластика не было всякого там. Банок там. Здесь вообще чистенько все. Я даже поражен. Речка, все, вон, палаточки стоят тут. Молодежь отдыхает. Вот здесь надо выходные проводить. Как раз вот поход такого выходного дня. Запах пихтовый. Всяких разных трав, букет, аромат. Ладно, пойду я на дорогу выходить к тропе. Тут ходить-то можно сутки. Нижняя тропа, короче, идет. Тоже такая лесистая. Сейчас там на дорогу выйдет и будет как автомобильная грунтовка. Собственно, особо нечего такого снимать интересного. Грязновато только здесь, раскисшие местами тут. Та-то верхняя по суше. Вот уже вышли на дорогу. Мост такой. Речка. Уха. Вот такая тут дорога грязная. После дождя. Лучше по ней в дождик не ходить. Да и вообще. Лучше по верхней тропе шагать. Потому что она такая вся. Подушатанная дорога, да, тропинка там все. Поломано. Такой вот, собственно говоря, походец выходного дня. Самый популярный из всех, наверное, которые существуют. Потому что народу здесь вообще немерено. С электрички выходит. Здесь больше снимать особо нечего такого. Так что всем пока.